Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Супер спасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, в телеграм-канале проходит розыгрыш реакции. Ребятки, будем слушать дубащит. Ребят, вы знаете, я что заметила о себе, про себя, да, ребятки? Я сейчас увлекаюсь экстрим-вокалом, ребятки. На это меня вдохновил дубащит, ребятки. Я буду бросать эти вот фиты, на фиты залетать к нему. Правильно я говорю ведь, да? Ребят, вы оцените, пожалуйста. Получится мне или не получится, ребятки, но я буду это делать, ребят. Если сможешь, да, если сейчас смогу, ребят, вклиниться если, туда. Если, да, смогу вклиниться. Поехали, друзья. Она любит все, когда я сзади, сзади ее, как Кавасаки. Папа, я не прикасаем. Сука, нам не о чем базарить. Волна, васаби, пойду с красными глазами. Все в черном белом, как дизайне. Я сзади. Слушай, не перебарщивай. Ребят, не перебарщиваю. Не перебарщиваешь, уже поменьше. Почему? Давай. Почему? Ну ты же Эдлиб бросаешь, ты его не заглушай, пожалуйста. Как бы голос не охренел. Видишь, какое тяжелое направление. А представь, как он поет. Ну, ребят, он шикарный, да? Шикарный голос у него, да, ребятки? Без предупреждения так не делай. Если что, мы раньше не встречались, позвони мне с тобой на миров. Не звони! You know, но здоровье лопа на дорогах. You know, но забыл в России нет дорог. Я кручу новый хай-джерси, мы видим вылезли в сексе. Прыгали-гали-гали в джерси, кирова в джерси. Я кручу новый хай-джерси, прыгали-гали-гали в джерси. Мы лежим по джерси, джерси. Я кручу новый хай-джерси, мы видим вылезли в сексе. Прыгали-гали-гали в джерси. Ой, ребят, ну голос какой красивый, да? Да, поменял, скажите, поменял манеру исполнения. Слушай, с кем ты лязнь, бать, вот смотри-ка. Я смотрю, да, один, видимо, ну, да. Шикарно, да? Вторую, вот эту вот, вторую половину трека, да, поменял голос на припеве. Поменял, совсем да. Поменял. Ну, опять, видишь, он свой голос включает, да, вставляет, да, как в музыке, да, вот голос. Нежность теперь исполняет. Да, и сам же поет нежным голосом, да, шикарно. Интересно, да? Кстати, раньше, по-моему, такого артиста не делали. Делали. Сейчас это... что-то... Нет, сейчас что-то новенькое появилось у них. Они своими голосами изображают двух-трех артистов, ну, одним да, голосом. Да, раньше да, такого да, они да. не делали. Шикарно. Не любите фон, я кручу в центре фуры. Твой данный тупор и пирог ослаблен, чтобы на этом центре круга. Что за рак, пацанки, показал эту наруду. Да, догадаться, что ты долбан, но ты вроде трудно. Бигфут, я влетел в игру, ты видел, что я создал папку. Не теряя веру, ты напиздел, я напиздел ему по плану. Не могу молчать, ведь я хотел пожать, а это, блядь, не сон, я могу. Если мы знакомы, значит, что я тебя трахну. Я кручу новый хай-джерси, мы видим, видишь, секси. Молодец. В тему пошла. В конце нормально. Друзья, хрипом немножко. Ребят, ну, извини, шикарно, ты да? этим экстрим-вокалом без подготовки начинаешь. Слушай, заниматься. Ну, надо же подготовиться, наверное, как-то. Слушай, ну он шикарный исполнитель, скажи. Ну, да? Кстати, интересный комментарий нам писали. Сам Сидаджи любит попсу, он любит поп-музыку. Угу. Он пытался заниматься поп-музыкой, зрителей своего не нашел в таком количестве. И вот потому, что вот люди любят вот этот его стиль, он его исполняет, но он при этом депрессирует из-за этого, что он не может попсу исполнять. Если да я правильно что? Поняла комментарий этот. Да ты что? То что сам Сидаджи любит вот попсу именно. Mm-hmm. Если я правильно понимаю комментарий, если неправильно, приношу извинения. Спасибо большое. Интересно, почему ты мне это не говорила, я не знаю. Ну, ребятки, как классно, да, он исполняет, да. Вообще исполнитель, конечно. Вот голос. Ну, тут голос, конечно, сильно нужен. Связки, ребят, да.
Тут связки должны быть, знаете, какие. Он за ними, конечно, ухаживает, за связками своими. Да, это действительно. Может быть, так, яйцо да. сырое пьет даже. Может быть, с утра, да. Он их прям. Потому что это важно. Он прям их, наверное, вот так делает, мои связочки, говорит, да. Мушарчики одевают ребят даже. Когда он поет много, да, они же. Тем более у него трудное направление. Да. Он же не просто поет. Это у него еще экстрим. Раз. Да, да, да. Да, ребят, мне очень понравилось. С удовольствием послушал, друзья. Ребят, давайте каждый день будем слушать по одному его треку. Надо экономить, их не так много осталось. Ну, ищи. Ты же у меня продюсер. Ищу. Ну все, ребятки, друзья, пока, мои красавицы. Красавчики. Красавчики мои, пока, мои хорошенькие.